Всем добрый вечер. С вами дядя Сережа. Давненько меня не было. И вот я снова здесь, чтобы показать вам великую поистине игру Last of Us 2. Одни из нас, часть вторая. Ну что, ребята, продолжим новые приключения Джоэля и Элли во второй раз. Сюжет. Новая игра. Уровень сложности средний. Чтобы кирпичики много не таскать. Ну что, давайте старт новой игры. Да. Цикады. Да, это загрузка. Зачем так долго? Разлетались тут. Ну, давай быстрее. Наконец-то. Sony Interactive Entertainment представляет. Игра студии Nothing Dog. Джоэль с гитаркой. Эмблемкой в форме цикады. Не понимаю, как так вышло. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны, она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Но это воспоминание с первой части. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей. И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они, правда, собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Доктор! Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Да, графику немножко подтянули. Ну, совсем чуть-чуть. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? А что же я? Я ее спас. Я ее спас. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Да ладно, нормально уже, хватит треть. Это... Серьезно. Да ладно. Что ты сказал Элли? I'll be back. Я сказал, они провели тесты. Я сказал,
Иммунитет ничего не значит. Да как ты мог? Да, видимо, нет. Она ничего не ответила. Пора возвращаться. Давай, погнали. Да хватит мандить уже эту гитарку, вставай. Ух ты, нежданчики лежат. Надо было убрать с собой, ребятки. Так, а вот и геймплей попер. Найс. Нихуя здесь развратили. Ну прям Red Dead Redemption, блядь. Ну, неплохо для начала. Я бы не сказал, что график уж совсем так галопом. Ну пока что Соник справляется, не бухтит. Так, это наше поселение. Я его помню из первой части. Здесь мы решали, с кем отправится наша Элька дальше. Ладно, погнали. Засмотрелся. А что-то какая-то зернистость присутствует на пленке. Молодец. Ну, такой эффект небольшой кинца. На ютубчике все сожмется, будет смотреться как мыло. Ну, а так неплохо, водичка. Опа. Ну, прям с гитарой, прям такой цыганёнок у нас Джоэль. Роман сейчас будет петь на шильке. Долго еще, Томми? Здорово, бродяги. Отведу. Ты иди. Точно? Да. Ладно. Касаемо того, о чем мы говорили. Наверное, я поступил бы так же. Ну, наверное. Обещаю, я никому не расскажу. А только попробуй, блядь. Ну, ты меня понял. Увидимся. Ладно, расслабься, Томми. Я пошутил. Идем.
режиссер Нил Дракман. Нервничает Элька. Бананы вынесу шеи. Боже, зачем так пугать? Я стучался, но... Ну? Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Забавно, что голоса актеров те же. Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им помогаешь. Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. А черт, забыл я. А... Что-то про часы. Как же там? Джоэл, уже, ну, поздно, мне вставать через пару часов. Да, я... В школу, что ли? Сейчас оставлю тебя в покое. Вот это была шутка. Только покажу кое-что. Подожди, секунду. Что это? Да фортепиано, блядь. Это называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Но ты же обещал ей научить. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду. Я посмеюсь. Обещаю. Я тебе верю. Ну что, я что ли должен? А, точно. Забавно. А ачивку дадут? Пронесло. Димаш, на тебя не хватает. Да ладно, нормально. Я даже не засмеялся. Ну, не так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя.
Нет. Нет, 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 я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Научи, Селька. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Про часы? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Больше так не шути. Глупость какая. Ага. Спи, малышка. Давай наши. Одни из нас Честеры. Через 4 года. Ох, ничего себе, няшечка такая стала. Подросла. Джесси. Привет. Прости. Это что за киндер? У тебя после моего ухода щеночка была. Чего? Поцеловала меня. Просто Дина такая, Дина. Это ничего не значит. А чё, ревнуешь, что ли? Ксихуенни. Вообще-то, ну, как сказать тебе, дружок. Как расстались, а ты к ней лезешь? Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не... Ух, черт, как неловко-то. Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Да ладно. Ну, вострил уже он на тебя, смотри. Потекло. Ух, как... А, да, да, самый раз. Ты че, Элька, сейчас зима, кто тебя нюхать будет? Бадун. А, Бадун? А ты клевая. А ну-ка, давай тебя разглядим. Немножечко тогда повзрослела. Сколько ей тогда, 12 было, да? Сейчас 16. Уже можно. Но ни хрена себе хоромы у вас в лагере. В постапокалипсисе такого я даже у меня в квартире. Не так эксклюзивно. Ну ладно, что еще этот? Цойч 20. Какая-то группа. Ласковый май. Комиксы. Я с первой части еще собирал такие книжки. Прикольно. Так, ладно, одеться надо, давай, хорош. Ладно. А, да. Сборник анекдотов, конечно. Чем Джоли мучить будем? Погнали. А, перочинный нож, конечно, это символический. Отстой.
Ну и голос изменился у нее, да? Я собиралась вставать. Правда. Ты все взяла? Да. Пошли, Бурят. Покажешь мне Москву, блядь. Так, давайте еще глянем. Освещение-то неплохое. Задники, конечно, так себе. Фоновые. Элька у нас повзрослела малость. Ну, самая малость. Короче, с утра все разговоры... Пошли, евреи. Что? Я же все правильно понял. Ты целовалась с Диной. Да задолбал уже. Из-за чего Сет назвал тебя нехорошим словом? Ага. Потом Джоэл ему врезал. Просто толкнул. И ты наорала на Джоэла. Вот этого я не понял. Вчера был странный вечер. Да прикольно ведь. Мария хочет поговорить. Где она? В столовке. Это из-за Сета? Не знаю. Скажи, и ты меня не видел. Что за наезд? Да ничего. Слушай, скажи и все. Ты не в обиде, да? На тебя? Да брось. Мы с Диной все. Я знаю, ты просто не подумай. Эля, я не в обиде. Честно. Да ладно, приходи как-нибудь встреч, Касселин. Спасибо. Правда, Элька? Да, Нешка. Ни хрена у них лагерек. Ух ты, Артур, и ты здесь. О, собачка. Да подожди ты, дай собаку погладить. Привет, старичок. Да, давай почешу. Ну давай, вали отсюда. А ну погодь. Давай осмотрим местную достопримечательность. А можно взаимодействовать? Ух ты. Твои эмоции ничего не выражают. Она банданжа. Из крокодилей кожи. Что, замерзла? Давай согрею. Ну я же вроде бы так из тех. Эй, Элли. Нормально. А он, ребятня, снежных ангелов рисует на снегу. Забавно. Довольно мило. Так, а это местный салон. Можно войти. А, ни хрена себе интерактивчик. Махать можно. Но я думаю, это все-таки скрипт. Так, африканец, пошли. Так, а здесь клубешник, да? Ну, погнали. Завтракать будешь? Нет. Где Мария? Вон там. Да. Что? Извините. Элли, подойди сюда. Сет хочет тебе кое-что сказать. Я не хочу слушать этого шовиниста. Выслушай его. Прошу. А это не жена Томми случайно? Ладно.
Сет, подойди. Вот срань. Элли. Слушай, вчера я был... Я выпил лишнего. Ничего. Я хочу сказать прости. Мария сказала, вы с Диной идете в патруль. Я сделал вам сэндвичи. Ладно. С говядиной? Да что, охуренел, что ли? Я с бараниной ее. Да. Ну, будьте осторожны. Ага. Благодарю, Эль. Что тут у тебя? Шовинистская еда. Пахнет вкусно. Забирай. Не будешь? Бери. Иди прогуляйся. Ну ладно. Так, а мне что делать? Так, здрасте. Какие все милые. Я что-то нашел. Вернее, она. Новый коллектаблс. Чур мое. Можно покрутить. Перевернуть. Читать. Близняшки Кин. Настоящие имена Офелия и Зендра. Ум на 8 и сил на 80 сторона нету. Близняшки Кинны появились на свет в лаборатории Блик в результате эксперимента по усилению человеческих чувств. После того, как опыт был сочтен неудачным, их подбросили на порог сиротского приюта. Там они выросли и узнали о своих необычных способностях. Офелия глуха с рождения, но обладает крайне острым зрением и видимым инфракрасном и рентгеновском диапазоне. А Зандра, напротив, полностью слепа, но способна за много миль услышать малейший шепот или звук шагов. Вместе эта пора предоставляет серьезную угрозу для любого врага героини. Прикольно. Наверняка я их встречу. Так, что у вас? Еще и корчи есть? Давай все на стол, быстро. Так, виски мне 50 грамм. Ладно. Так, азербайджанец, пошли. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь начеку. Них что, приняли, что ли? Попадаться слишком часто. Ладно. И здесь менты придажные. Надо кому-то это поручить. Ух ты, Белочка, подожди. Не знаю. Дина там бывала. Вот пусть вдвоем исходит. Значит, решено. Элли, можно тебя на секунду? Так, отвернись. Чего? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Ладно. Что ж, прости, что я. Береги себя. Да, вечером увидимся. Эй, Дина, ладно. Дела ждут. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Боже. Посмотри, какой дерзкий Изи. Дина, у тебя есть минутка? Ребят, стоп, игра. Привет, привет. Божечки. Я... Мне отвернуться? Да ладно, чего ты. Я все понимаю. Мне
самой смысла. Почему? Это же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, бывает. Все равно, ты просто не думай. Да, я поняла, это так, прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. Засранец. Я вообще не играю! Потому что трусишка! Иди всеку ему. Давай я всеку. Да, давай. Ну, держитесь! Мы вас уроем, гаденыши! Офигеть! Прячься! Быстрее, быстрее! Так, а что-то новенькое. Получай, засранец. Ах ты, сука! Вот этого гаденыша, на, блядь. Чего, блядь? Блядь, пидорас. Сбил меня. Я уж поверил. Сволочь. Вот этого не люблю. Она. Быстрый бросок. Ах ты. Иди сюда. Иди к попочке, маленький застранец. Выкуси. Ах ты! Я тебе потом отомщу, ладно. А получи. Я тебе вхарю. Так, какой счет? На, гандон. Так, я понял тактику. Лови, застранец. Ах ты! Так, у меня эмоции, подождите, ребята. На, харю. Беги, беги. Ах ты, блядь. Так, не тормозим, девчонки, мы должны выиграть. Есть. Получи еще. Нечестно. Ну как так? Получите! А все по правилам. Лови ее! Вам это с рук не сойдет! Ну все, хватит, отойдите от нее, она моя. Нам еще детей рожать. У нас вообще-то дела есть. Кыш. Сама напросилась, да? Ага. Пошли. Опа, это прыжок. В общем, Джесси поручил нам тропы у ручья, а он подменит Джоэла и Томми. О, мило, что он послал нас вместе. Маршрут тебе понравится. Только давайте без игрушек. Сами доброе как-нибудь утро. Своими. Развлеките себя. Я их отведу. Спасибо. Ух ты, мясо, ни хрена себе у вас. А они не зараженные? Прикольно. Так, где мой конь? Я надеюсь, это она, кобыла? А мужчина меня не привлекает. Привет. Так, здесь клеймированные Джи. Так, это моя. Вот умница. Смотри, кто пришел. Спасибо. Пойдем. Искра. По-моему, мозоль. Смотрите, как кто идет с нами. Да, да. Или это другой уже конь. Одно тебе. Так, винтовочка. Одно тебе. Открывайте! Это что, мы на разведку, что ли? Слушайте, вы все знаете.
Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Будьте разумны. Ну ладно. Пошли. Ни хрена себе. Прям как на войне. Ну ладно, давай. По-любому здесь интим вырезали. Не поверю, чтоб они просто спали. Это кто? Элли? Чуть не похоже. Какие? Ебать. Привет. Что тебе такое снилось? Я разговаривала. Это Наташка Трухина, что ли? Скрипела зубами. Где она стероиды взяла? Ты где пропадал? Хватай вещи, покажу тебе кое-что. Что? Не бойся. Ну, видимо, это новые персонажи. И, возможно, главные герои. А может, и переключаться будем на них. Всякое возможно. Блять, точно. Пойдем. Сюда. Как Санин углядел. Кто это? Нихуя у нее. Рама. Холодно. Может, все-таки дождемся, когда солнце взойдет и потеплеет? Нет. Это срочно. А сказать ты мне не можешь? Увидишь сама. Интересно. А что за парочка такая? Ну, хотя бы традиционная. С какого перепугу ты шатаешься здесь в одиночку? Опа! Спалось. И тебе тоже? Чем дальше на юг, тем красивее виды. Может, поедем дальше? До самой границы с Мексикой? Я об этом думал. Заглянем в родной город Мэйн. Да, по-моему, он немножечко приукрашивал. Да, скорее всего. Ты что, здесь ночью ходил? Да. Ну, пойдем. А что такого? Белок считал. У нас не останется сил на вылазку. Тут недалеко. Оба. Слушай, что с мам? Она последние дни сама не своя. За нее не бойся. Хватит чудить, ты меня пугаешь. А что такого? Прыгай осторожней. Оба. Молодец. Хочешь бросить Мел? Что? Не. Да сейчас. А мне хватило, спасибо. Ай. Что такое? Это как ты. Конечно. Да ладно. Что это? Ты сама себе льстишь. Слишком высоко. Давай. Ух ты.
Я бы назвал... Извините. Смотри на меня. Эбби. Не смотри вниз. Так, это у нас фобия, ничего страшного. Я бы назвал тебя котлетой, а себя атлетом, это точно. А обратно идти тем же путем? Для тебя это шанс преодолеть свои... Смотри, какие широчайшие у нее. Надрать бы тебе задницу. Эбби, не кокетничай. Да ладно. Моя-то задница послаще будет. Это здесь? Мы на месте. Так. Вашу мать. Еще не хотят напасть на лагерь. Это целый город. Ага. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. И куча народу. Да ясно, понятно. Очередные повстанцы. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом... Не знаю, как-нибудь выманим его. А, ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Ты себя слышишь? А ты что предлагаешь? А ты ее видишь? Это точно заставит кого угодно. Что с тобой происходит? Да я зассал малость. Мел беременна. Опа. О. Ясно. Дело не только в этом. Мне поздравить тебя? Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. И тоже захотят забеременеть. Убедим. Да? Знала же, что нельзя на тебя положиться. Эбби, я хочу того же, что и ты. Но не любой ценой. Эй. Руки. Блять, что с сюжетом, твою мать? Я думал, будет продолжение или и Джоэля. Увидимся в старушке. У старушки? О, боже, какие игры. Че, одна пойдешь? Давай попробуем. Я думаю, мы справимся. Шварценеггер. Или она же Шварцен. Я могу сама все сделать. Да, я верю тебе, детка. Так, погнали. Так, это навестись. А как бить? Так, присесть. Так, назад. Вперед. От чутье. Ведьмачье. А, прикольно. Так, можно здесь, а можно подняться наверх. Так, ну все очевидно, здесь коридорно. Что нам предлагают, то мы и делаем. Нам сюда? Нет. Текс. Значит, наверх.
Да куда дальше-то? Да я бы здесь пролез. Да ну нахуй. С разбегу. А, вот сюда перепрыгнуть. А что сразу не сказали? Ни хрена себе. Так. Коллектаблс есть какой-нибудь? К ментам успеем еще сходить в опорку. Так, удерживаем. Так, это новая фишечка. Можно пригибаться и ползти. Ух ты, ну-ка. Боже, какие эмоции. Ладно, вставай. Опа! Он обрехатил Мел. Ну, давай выскажи еще. Кто он? Твой парень? С кем ты была сейчас? Тихо. А ты просто замерз человек. И он не один. Ты живой? Так, спокойно. Все разрулим. Ни хрена себе, есть мамонты замерзшие. Сколько их? Так, спокойно. Пролазим. И не пугаемся, главное. Спокойно. Что такое? Что надо удерживать или что? Здоровье. Извини. Ух ты, блядь. Нихуя себе. Это бегун. Пусти! Ничего, мышный каркас спасает. Успокойтесь, рукопашная. Добротно. Одобряю. Так, спокойно. Пули не будем тратить. У нас чистые куметы. Спать, сука. Еще кто есть? Скорпион, выходи. Так, где? Спокойно. Опа! На, бля! Так, тихо! Так, бежим! Двоих я не осилю. Так, сюда. Спокойно! Подстрочник мне дали. Тихо. Черт, плечо. Нихуя. Так, аптечка одна есть, лечимся. А, готово. Фонарик бы. Так. Мне бы интерфейс показали.
Так, берем. Как отсюда выбраться? Так, я понял, нам туда. Спокойно. Ладно, ребят, давайте. А мы здесь закончим и продолжим в следующей серии. С вами был Дядя Сережа. До новых встреч. Пока-пока.